Завоевать сердца не только тех, кто исправно платит налоги, но и хронических должников. Да запросто. Как оказалось, сотрудницы Алтайской налоговой инспекции являются не только профессионалами своего дела, но и настоящими красавицами. Каждый день они помогают десяткам граждан, разъясняют, как начисляется налог, что нужно внести в декларацию и сотни других важных вопросов. Я искренне уверен, что участие девушек в этом конкурсе, вообще то, что они вышли, может быть, так скажем, в медиа какое-то пространство, это хороший, добрый шаг для того, чтобы показать нашим налогоплательщикам, какие мы красивые, какие мы добрые, какие мы хорошие. Выстраивание взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговой службой, ну, это, наверное, как бы такая важная достаточно задача. В онлайн-конкурсе на сайте «Толка» приняли участие 13 красавиц разного возраста – от 25 до 45 лет. Голосование длилось неделю. За это время коллеги, друзья, знакомые, родственники, да и просто посетители сайта определялись с выбором. Сотни просмотров, десятки тысяч голосов. В рейтинге самых-самых оказалась Анна Слюсарева. Так, за девушку отдали свои голоса почти 70% посетителей сетевого издания «Толк». Однако изначально Анна сомневалась, стоит ли участвовать. Если честно, были волнения, смотрю, такие, что участвовать, не участвовать. Но, скажу честно, родители настояли, сказали, попробуй себя. Подобный конкурс, да еще и на рабочем месте, для Анны первый опыт. Говорит, побеждать понравилось. В качестве приза девушка получила диплом и сертификат на процедуры красоты и здоровья. Остальных участниц также наградили сертификатами и цветами. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.